Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 290. События дня. Первое послание святого апостола Петра, 4 глава, 7 стих гласит. Впрочем, близок всему конец. За 27 сентября 2016 года. События. Предупреждение об этом человеке. По фамилии Дворкин. Вот несколько роликов, взято из интернета. Каждый может здесь затормозить, посмотреть, какая беда произошла в России. 20 лет травили людей друг против друга. Это инфекция человека ненавистничества оплотом. Из людей делали баранов. Создал пугало для устранения неугодных. Да еще не раскрыто во сколько. И самое опасное — это подделка, имитация. Сатана принимает вид ангела света. Клятвенно связанный с США. Наркоман Киппи. Что значит не иметь Духа Святого у людей? И не видели этого. Одним словом, секта наполнил все. Секта. Все неугодные секта. И наконец добились. В интернете уже ставят. Самая большая секта — Московская Патриархия. Вот к этому они и подгоняли. Отсеклись от благодати. Отсеклись от Слова Божия, от Святой Библии. Вот интересно, если раньше кто-то сказал, что, как было, вот что за человек, как он, тут бы напали на тебя неизвестно как. А сейчас спокойно все это. Это тут только 25 с лишним роликов, а их там намного больше в интернете. Исследование, что человек занимался созданием, распространением злобных слухов. Создать и распространить — это непросто. Сплетен, разрушительные клеветы, заранее знать, чему направлено. А кто это такие? А кроты, черви и поганые насекомые на мертвом теле, на разлагающемся трупе. Вот мне пишет один Вячеслав из Москвы. Поздравляю с днем рождения свыше. Вот. Что он знает, разве Дворкин? Его кто-то будет поздравлять? Конечно, нет. А откуда он, чего будет поздравлять, так это ничего этого не было. Вчера, теперь, ну я на день... Как бы позже, это за вчерашний день. То есть вчера, 27-го, я отмечал 54 года, как Господь нашел меня через Святую Библию, через Святое Евангелие. Подробно об этом говорю. 17:00. В это время я работал на корабле, учился в высшем мореходном училище, Рижском. И он пишет. Господь Бог наш Иисус Христос да умножит плоды ваши. Еще желаю, чтобы 25 стих 1 главы послания Филиппийцам апостола Павла совершился в вас. И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере, чтобы эти слова я мог сказать. Этих как? Не все против. Кто-то против, а кто-то вот так желает. Вот вчерашний день, события дня. Воздвижение честного уже творящего креста Господня. Я объясняю, что такое праздник. Этот двунадесятый, поэтому на поле можно было работать, а остальные двунадесятый праздник не работали. Вот так принято у нас.
нужды, если нет, конечно, крышу ветром не сорвало. Я решил проехать по местам детства, где пас. Отец-то пастухом был. И с Володей Пащенко мы проехали. И многое записали. Ну, более 5 роликов будет. Я вспоминаю, какой народ был, что было, как мы жили. Сравнивая с сегодняшним, много прошли. На велосипедах проехали. И вернулись, и закончили в деревне, где вот я сейчас нахожусь, в Скворечнике. Нам есть что вспомнить. И вот вы это увидите. Ну, это будет не через 10 примерно, так вот. Потому что я не ставлю. Уже 10 октября, Господь, если благословит, думаем быть в Барнауле. Закончить все здесь. Вчера утром богослужение было. Батюшка был здесь. Вечером только. Днем он был в Барнауле. Там Крестовоздвиженская община, престольный праздник. Престольный. И вечером еще молебен был. Батюшка прочитал молебен, а путешествующие мы его провожали. Он уехал, как всегда, по монастырям, паломник. Каждый год он ездит. Там у него есть друзья, священники. Привозила его Галя Загуляева. Ее тоже засняли. Это тоже будет ролик показан. Как встречаем, как она приехала. Вот, что верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере. Дай Бог, чтобы эти слова действительно совершились. И перед Господом было все это. Я говорю, как моя жизнь изменилась мгновенно. Как в этот же день я начал свидетельствовать о Христе на корабле, писал своим, родственники обратились. Ну так, это все описано подробно в книге «Для Слова Божия нет уз». Я покажу ее. Ну вот наши ресурсы. Ресурсы какие. Вот, все тут у нас заходит. Это мой мир. Я сейчас посмотрю. И даже не посмотрел сегодня, почта есть какая или нет. Нет. А где, блин, места были. Фотографии. Вот. Наталья Ворошилова. Празднует день рождения. Вот я их всех нахожу. И посылаю им свои поздравительные. Но тут не выйдешь сразу на них, ладно. Наталья Ворошилова, Санкт-Петербург. Написать сообщение. 9 сентября. Долго не была она здесь в интернете. Даже в друзьях у меня. Поздравить ее с днем рождения. Как именно? А, она давно уже у меня здесь. Это я когда-то рассылал, пока возможность была. День рождения. Вот такое дело. Надо найти, где он у меня день рождения. Вот он. Я его копирую. У меня поздравительное. И посылаю. Посылаю. Вот так. Натальюшка. Что день рождения не справляется у верующих, а только благословляет Бога. Молится, ходит в храм Божий. Ну, это вот такая страница у меня в моем мире. Я уважаю эту систему, очень хорошая. Вот можете ко мне заходить сюда, что-то написать, если есть. Еще у нас есть форум. Форум православный во свете Библии. Очень большой, богатый, удобный. И видео канал
во свете Библии открытым оком. Вот сегодня я поставил 5. Вот на ужин сразу зашли превосходные с добавками извне. Молитва русских поэтов. Занятия большие. 1 час 9 минут. Да здесь 42 минуты. Да 20 минут. То есть сегодня выставил записи более чем на 2 часа. 5 роликов здесь. Ну, приходят посетители. У нас подписчиков 4970. И просмотров 3 миллиона 931. Ну, вот несколько дней будет 4 миллиона просмотров. Ну и очень большой у нас сайт. Сайт во свете Библии. Ну и на главнейшие вопросы и ответы вот здесь вот справа. А вот для Слова Божия нет уз. Вот если ткнуть, откроется книга. Большая книга, 752 страницы. И здесь прочитайте, как меня Господь нашел в Латвии. Когда я был на корабле, потом встретился, получил Библию. Уверовал, что Христос умер за меня лично. Дальше родственники как пришли, кто, что. Вот. День был очень насыщенный. Именно воспоминаниями, беседами. Вот мы много проехали на велосипедах. С Володей все записали. Поздравления идут, отовсюду звонят. Ну, врага ни одного нету. Никого нет. Сегодня опять трудиться надо. Благословен Господь Бог, даровавший нам еще время и для покаяния, и для служения Ему. Богу нашему слава. И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере. Ну, я спрашивал, знает ли кто гимн сайту, нашему сайту. Владимир Мочалин посвятил гимн. Вот. Я его несколько раз проигрывал, могу еще раз проиграть. Во свете Библии. Сомнения нет в Христовых пресветлых стопах. Нам путь освещает лишь Библии свет в земных и небесных мирах. Должны мы нести Слово Божие в сердцах всем людям планеты Земля. Забытые строки с любовью Отца мы славим вновь правду Христа. Посвятите Yeah.
просьба ко всем друзьям и ко всем, кто даже не расположен к нам, помолите об одном деле. Вот Володе Пащенко дом приобрели для него. И затруднение с оформлением, потому что до этого был не один хозяин. Документы до конца, земля не оформлена была. И вот он ездил туда, и все это, кто оформлял, знает, какие большие деньги требуются. Десятки тысяч, а у него ничего нету. И все это где-то подтверждение, документы. Лучше всего оформлять, когда ты сам построил. И то, сколько времени, у меня целый год ушел на это. Пишут, ну мы знаем, по Библии было 4 человека. Вот Иеремия покупает землю, а ему продают, и 2 свидетеля. Все. А сейчас 262 кабинета надо пройти и поставить подписи. Это в Москве. И я беру из интернета данные, это удивительно. А вот в Красноярске там меньше, там где-то 15 или 16 только кабинетов. И надо, не надо. Я вот оформлял у себя, когда суд уже решил, что я прав, и надо мне заплатить, а должны были 11 миллиардов. 11 миллиардов. Это не игрушка. У городской администрации денег не было, хотя суд-то вырешил меньше, но этого не было. Я вчера говорил об этом, и судебный пристав очень хороший был. Она сразу же сказала, городской администрации арестовывает все счета администрации города Барнаула, и ни один бюджетник не получит, пока с Лапкиным не рассчитаетесь. И недвижимостью рассчитались. Здание освода. Освод – это спасение на водах. И еще домик внутри был. Это представители военных действий в Афганистане, только отремонтировали. Это все 2 домика мне в личное пользование для погашения долга. Решение судебное такое было. По согласию городская администрация, мэр города Баварин Владимир Николаевич приехал и отдал, снялись. И большая статья в центральной губернской газете. Лапкин предпочел храм недвижимости. И я знаю, сколько там всего, сколько какие надо к линии провести. Вот 2 дома теперь, я один хозяин. Нет, надо разделить 2 домовые книги. И везде деньги. Но мэр города взял на себя все, и звонок, он очень уважаемый был. И меня везде пропускали, все это делали, там, гурские какие. Ну, все бесплатно, без копейки. Ну, не у всех же такой протеже, такой человек, который тебя буквально за руку ведет. И то еще где-то что-то, какая-то желтая линия должна быть перед домом, что я на асфальте не буду строить 2-й, 3-й дом. Ну, то есть глупые-глупые. А работать-то не хотят, и совесть не судит, что даром получают деньги. Это деревня вот мы с утра до вечера-то горбатимся, потеем, работаем, саженное убрать надо, скотину, выкидай от нее навоз. Это сколько работы со скотиной, сливками. Это человек морщится от коров, пахнет плохо. Один пишет, вот от коровы брали дерьмо. Да дерьмом никогда не называлось, а навоз дерьмом. И это все мешали и мазали, жили в дерьме, мазали хаты и жили это в дерьме. Да разве это означает жили в дерьме? Ну сейчас какой-то евроремонт, ты что, ты в Европе живешь? Прямо глупости из глупостей. Не выскажешь какие. Ну и вот у него затруднения. До конца оформить не удастся еще. И ездить некогда, мы работаем еще по дому, внутри. Не начинали, только снаружи приводим в порядок. Снаружи сарай сейчас строим, где дрова должны быть. Построили там туалеты. Все заросшее, все заброшенное. 13 лет не было хозяина, еще спрашивать-то. Это мы все показываем, чтобы помолились, что Бог это дело как-то устроил, сердца людей расположил. Слово скажет 5000. Вот везде платил, ну нету. Вот Никита пасет, целый день бегает за коровами, бегает, отвечает за них. Вчера у него корова отелилась, барабаша. 500 рублей. Так это еще 500, это ну, целый день. А вот сегодня пасет он полдня, 250. 250 рублей сегодня, ну смешно даже. Это пенсия у меня 6500, Осипов. Владимир Николаевич, он говорит, да это чаевые в Москве. От олигарха от какого-нибудь. И вот у Володи сейчас везде это расходы. Я, правда, расходы все эти старался гасить.
электричество купить надо, счетчики купили, ящик для них, кабель, все уже закупили. Но ставить ли не ставить, тут охотники приспособились быть, жгут все и могут снять и увезти. Воры на каждом шагу едут, воруют. Там милиция, полиция-то не справляется с этим. То ли не умеет, то ли какая-то у них выгода от того, что воров. Ну, тут же упускает он, опять же, свое. Хотя бы как-то приструнили, привязали его к месту жительства. Соседние деревни живут, все воруют. И вот у Володи затруднение. Он, конечно, ничего не имеет, но теперь у него есть. Вот мы показываем. Вот сегодня, вчера я говорю: Володя, давай-ка ты в этой печи, бывшей Калашниковой, дом. И там в печи русской, начинай хлеб печь-то, посмотреть, как тут что будет-то. Ну, он уже там тесто замесил, и, видимо, сегодня будет там, работать будем рядом, и посмотреть, как там хлеб печется. А у Никиты там все стоит на месте. Ну, снаружи отмостку сделали, продрались, убрали, туалеты построили. И на этом пока все. Он ушел пасти, и Никиты нету, и там никого и нету. Ребята-то холостые, было бы там, ну, хозяйство какое-то, за ним ухаживали бы. Но никого нету, запер, да и ушел. Ну, дом-то приобретен. Показываем где-то, чтоб помолились. Искренне чью-то молитву Бог примет. Подключить деток. Делаем эти дома для детей взяты, чтобы летом могли отдыхать, приезжать. Лагеря не будет, он ликвидирован мною, основан мною и мною ликвидирован. Так что дети могут здесь быть у нас не в двух домах, а в трех, четырех, в пяти домах. Это уже минимум можем принимать, где детей. Уже точно знаем, и люди находятся, которые будут принимать здесь. Вот так. Богу нашему слава. Помолиться, что Бог устроил у него с землей. Затруднение с землей. Земли тут заглонись, как Гришка Мелехов говорил в романе Шолохова «Тихий Дон». Но бывшие хозяева что-то там не... Ну, то есть какие-то закавыки такие, я их понять до конца не могу. Земля, усадьба продается, а земля нет. Как это так может быть? Усадьба есть, а земля нет. Или землю делить с прежним хозяином. А хозяин откуда-то приезжать будет или живет даже здесь, он будет пользоваться. Четыре огорода уже имеет. Ну, как-то непонятно все. Не по-христиански, не по-божески все это делается. Вот. А Володя, представь, что если он женится, своя семья, земли нету возле дома. Где быть? Ну, разве это хорошо? И верующие, которые тормозят все это дело, называются... Горе просто, горе, позор.